Всем привет! С вами снова я, шеф домашней кухни Михаил. Сегодня у нас такая очередная погружная история в Италию. На самом деле, хочу сегодня рассказать про блюдо под названием болоньезе. Знаете, когда я первый раз попробовал спагетти под соусом болоньезе, да, это было очень-очень давно, и мне казалось, что это такое настолько тяжелое какое-то блюдо, что его невозможно покупать, и вы не поверите. Первые 2 года, наверное, да, я знаю, мы покупали соус с болоньезе готовый. Но пока я не стал разбираться и не искать вообще информацию, что такое болоньезе и что он себе вообще собой представляет. И как выяснилось, на самом деле, ребята, это такая самая простая, элементарная вещь. И вообще, чем больше итальянской кухни я узнаю, тем больше она мне нравится, потому что она простая, домашняя, достаточно очень вкусная, на самом деле, кухня. Так вот, в состав болоньезе входит, на самом деле, минимальное количество продуктов. Это, грубо говоря, там, морковка, лучок, сельдерей, там, чесночок немножко, да, там, соответственно, томаты, раз это Италия, да, вот. И, конечно, неотъемлемая часть его, это фарш. Фарш может быть как говяжий, так же и смесь, там, свинины, говядины. Вот, и по сути дела это все. Но, естественно, раз мы готовим итальянскую кухню, да, итальянцы очень сильно любят добавлять вино везде. И, как правило, да, в 80% из всех роликов, которые я смотрел, изучал историю болоньезе, все добавляют красное сухое вино. Ребята, не люблю вино в блюдах. Сколько раз пробовал. И последний раз на утке белое вино, вот этот привкус какого-то, как ее называют, из-за сидра или там, не знаю, брашки, вот, особенно от белого вина. Может быть, что-то мы делаем неправильно, может быть, я не умею правильно работать с вином, да, это тоже все может быть. Вот. Ну, а всем, кто захочет повторить этот рецепт, либо внести свои какие-то коррективы, изменения, ради бога, ребята, на вашей кухне вы шеф. И в описании к видео, в комментариях, вы можете мне написать, что, может быть, вы добавили какой-то ингредиент, который я не добавлял, и что, может быть, с этим ингредиентом получается гораздо вкуснее. Итак, давайте же мы начнем готовить болоньезе от Михалыча. Дайте нам понадобится. Как я сказал, 400 грамм фарша. У меня говяжий. Пару стебельки сельдерея. Ну, у меня такие, видите, не до морковки, 3 штучки. Ну, вот, 3 зубчика чесночочка. Я возьму, вот у меня осталось еще и половинка красного лука. Добавлю обязательно. Но вы можете не заморачиваться. И 2 такие совсем маленькие, небольшие луковички обычного лука. Вот, нету красного лука, не морочьтесь. Ну, я хочу, мне больше нравится. Вот. Того ингредиента первый, которого нету в настоящем болоньезе. Это болгарский перец. У меня он будет. И все, и я сказал это. Соответственно, пармиджано, реджано. Антон Палыч, привет. Опять реклама, ребята, да. Пармезан Антон Палыч, если что. Вкусный сыр. 500 рублей килограмм. Не 1500, не 1200. Мы же бедные. В кризисе живем. Следующий ингредиент, который мне пришел на ум. Да-да, ребята, это желтый, вкуснейший апельсин. Вместо чего? Вина. Да, вместо вина. Правильно. Садитесь пять. Вот. Да, апельсин, не забываем. Дальше, небольшой кусочек сливочного масла. Соответственно, хорошее оливковое масло. Ну, конечно же, ребята, томаты резанные. Можете взять протертые, да, но мне больше нравятся резанные. Вот. Естественно, куда без макарон Барилла? Вот такие у меня. Сегодня это, знаете, новая котлетка, у них там вышла, называется Бугатини номер 9. В общем, они чуть потолще, чем спагетти. Такие с трубочкой, видите, вот с дырочкой. В общем, мне кажется, это будет вкусно. Поэтому я решил взять их. Ну и специй. Конечно, базилик. Конечно, немножко перца чили. Черный перец.
Вы не увидите здесь ни розмарина, ничего остального, потому что я буду использовать итальянские приправы, где все это находится. И также свою любимую приправу для тушим овощи, да, в которой также находится ряд тех трав, которые должны быть здесь. Если у вас нет таких приправ, то вы можете к базилику добавить немножко тимьянчику, орегано. То есть такие, знаете, специи, в принципе, по вашему желанию, да? Ну, естественно, конечно же, соль. Ее здесь нету, но она должна быть. Просто, да, вы сами понимаете, что соус нужно посолить. И если ваши помидоры будут очень кислые, конечно же, надо добавить будет немножко еще и сахара. Но все это во время готовки мы увидим. А так, теперь поехали! Итак, дорогие друзья, с чего мы начнем? Конечно же, мы начнем с того, что мы в нашу сковородку отправим оливкового маслица. Вот так вот, щедренько. И сюда же мы добавим кусочек сливочного маслица. Ну, вот так вот, я не знаю, сколько здесь грамм. Вот такой вот кубик. Сюда же. А дальше мы начнем, что первым ингредиентом, который у нас зайдет сюда, это будет лук. И наш лучок мы нарежем максимально мелким кубиком. То есть мы возьмем, сделаем продольные нарезы в нашем луке. Дальше вот так вот раз. Вы скажете, почему не рассыпается? Видите? Потому что здесь жопка. И за счет этого лук держится. Не отрезайте жопки. Ну а дальше мы вот так вот раз. Вот так, хоп. Так, измельчим. Все, а жопку нахрен. И у нас получается вот такой вот замечательный кубик. И, ребят, я скажу просто один раз, это вся ваша нарезка будет вот таким кубиком. Все маленьким кубиком, небольшим, приблизительно размерчик 5 на 5 миллиметров. Вся, я сказал, нарезка 5 миллиметров, запомнили? Ну а теперь мы до конца измельчим наш лук и отправим все это дело куда? В нашу сковородку. Ну вот, ребятишки, наш лучочек уже пассируется в этом прекрасном аромате разных вкусных масел. Ну а дальше мы измельчим нашу морковку. Итак, ребятки, лучок уже такой у нас замечательный. На самом деле, все будет именно вот, последовательность будет такая вот. Пока вы нарезаете один продукт, другой у вас уже почти готовился. То есть вот мы сейчас нарезали, лук отправили, резали морковку, лук наш уже готов. То есть мы берем морковочку, да, и сопровождаем ее к нашему лучку. Дальше таким же методом, вот он, вот так вот, пока у нас будет тушиться наша морковка, мы с вами изрежем сельдерей, мы с вами нарежем болгарский перчик, соответственно, все это будет по ходу действия, то есть первый сельдерей порезали, скинули. Пока все это дело готовится, мы режем наш болгарский перчик. Порезали, скинули. Поехали! Итак, я надеюсь, вам интересно. Продолжаем. Помешиваем немножечко. Я
Видите, какая красота. Так, перчик дал цвет. Люблю цвет в блюде. А теперь, ребята, второй лайфхак, да? Первый был перчик, второй у нас апельсинчик. Режем пополам. И что делаем? Делаем, конечно, так вот через руку выжимаем все туда. Почему через руку? Чтобы, если есть косточки ваши мыготные, видите? Нахрен. Они нам не нужны. Так вот. Выжимаем все в ноль. Второй, соответственно. Там где-то косточки тоже. Да. Нахрен. А, сколько сока. Ребята, и никакого вина. Боже вас упаси. Может, я и не прав. Может, мы вообще-то есть не будем. Это тоже как вариант. Может, мы все испортим сейчас. Но это будут мои ошибки, на которых я буду учиться. А вы, в свою очередь, посмотрите и скажете: да, а вот не получилось, я так не буду делать. Ну а теперь, ребят, мы все это дело чуть-чуть утаим и накроем крышечкой. Все это наше апельсином запах. Да, очень вкусный аромат пахнет, вот. И дадим потушиться буквально 5-7 минут. Ну что, ребята, вам интересно? А дальше будет еще интересней. Открываем нашу крышечку. Немножко перемешиваем нашу красоту. И сюда мы добавляем фарш. Так вот. Все это дело. Прибавляем огонечек немножко. Обратно. И наш фаршик обжариваем до... Не слышу рядов задних. Готовность. Молодец. Садись, 4. Почему 4? Потому что долго думаешь. Вот, ребят. И обжарим, естественно, фаршик до такой готовности, чтобы воду отдал, приобрел такой сероватый оттенок. Поехали. А? Красота? Красотища! Итак, ребята, наш фаршик приобрел характерный цвет. Теперь мы можем добавить сюда немножко соли. И все это дело немножко поперчим. Вот так вот. И одну крутку, может быть, две чили перца. Три. Будет три. Все, ну, перемешаем. Вот так вот все это дело. И теперь, ребятки, что нам нужно сделать? Красота все-таки такая, а? Смотрите, а? Не правда ли? Красотища просто. А теперь нам нужно добавить сюда томаты. Я беру, у меня уже чуть есть начатый пакет. Добавляем. Ребят, вот эти вот томаты промто. Это, можно сказать, сейчас будет реклама. Но реклама в хорошем смысле этого слова. Это чудесные томаты. Это просто, вот их даже можно есть. Настолько они вкусные. Вот. Добавляем еще. Вот так вот. В общем, сколько они грамм-то? 500 грамм. И в той пачке у меня вот так вот было. От 500 грамм. То есть сколько получается? Ну, 1/3, да, там 600 грамм где-то томатов. 650. Вот, помешаем все это дело.
уменьшаем огонечек прям на минимальный. Миненький такой, прям махонький. Вот. И даем всему это делу потушиться. Где-то минут, наверное, 30-40. Ну, где-то 7-8, да, вы поняли об этом, да? Если вдруг у вас будет уменьшаться в лаке, не бойтесь, возьмите с чайничка кипяченой водички и чуть-чуть добавьте. Если будет в этом нужда. Нет, не надо. Поэтому я вам говорю, поставьте на минимальный огонечек и тушим 30-40 минут. Под крышкой. Ну что же, ребятишечки, прошло у нас ровно полчаса. Видите, как все томится, вот именно, понимаете, вот. Тушится, томится. С легким таким бульк, бульк. И пришла пора добавлять сюда нам наши специи. Видите, жидкость у меня не уходит пока еще вся. Поэтому никакой водички, фигечки, нету речи вообще. Добавляем. Щепоточку такую добренькую. Ну, может быть, две овощных травочек. Соответственно, немножко мы покрутим итальянских травок. Вот так вот достаточно. Сюда же мы добавим еще немножко перчику. Да, ребят, кто любит поострее, изначально, когда вы тушили эти овощи, добавляли, вы могли добавить и небольшое количество перца чили. Все же, ради бога, ваша кухня. И вы там хозяин. Да. И, конечно же, немножко еще подсолим. Пока сильно не будем солить. Ну, вот так вот. Теперь все мы это дело перемешаем. Попробуем, что у нас получилось. Так, ребят, еще кое-что я забыл. Мы добавим немножко еще базилик отдельно. Вот так вот. Базилик. Если у вас вдруг есть свежий базилик, нарежьте свежий базилик. Он лучше сыграет в этом блюде. Это на 100%. У меня нет свежего базилика, поэтому мы добавили сушеный базилик чуть побольше, потому что в тех приправах он тоже содержится. Ну и давайте попробуем, что у нас, как сказать, на вкус. Ребят, сахар однозначно не нужен, потому что соус такой достаточно сладкий получился. То ли апельсин сыграл свою роль. Блин, ну это, не знаю, ребят, это великолепно. Чуть-чуть, вот прям буквально немножко соли еще. Думаю, достаточно будет. И теперь мы сюда добавляем парочку лавровых листиков. Вот так вот. Все это дело мы опять накрываем крышечкой. Нет, не накрываем крышечкой. Мы берем, совсем чуть не забыл, ребятки, наш чесночок. Как мы его нарезаем? Вот так пополам. И вот эти вот стебелечки прям тоненько-тоненько-тоненько. А, и у нас получается, видите, вот такая макраме. Вот этот весь чесночочек мы быстренько как раз, знаете, как в одном из итальянских фильмов, когда он говорил, а у нас есть, говорит, специальный человек по чесноку, который нарезает его лезвием. Если кто вспомнил, что это за фильм, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Там, вот так вот. Тин-т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 ин. Оп!
И что мы делаем? Конечно же, весь этот чесночок, вот так вот, да, вот, мы берем и добавляем куда? Наш соус. Томаты любят чеснок. Это, знаете, можно прям на доске записать. Томаты любят чеснок. Вот так вот вмешаем. Поэтому мы их добавили, чесночочек, практически в конце, чтобы он отдал больше своих ароматов, нежели мы бы, если сделали бы это в самом начале. И вот теперь мы закрываем все это крышечкой. Включаем нашу воду под макарошки. Вот. И естественно, мы что делаем? Правильно. Мы отвариваем нашу пасту. Итак, дорогие мои друзья, прошел ровно час, как у нас наше болоньезе тушится, и оно практически готово, за одной маленькой изюминкой. Мы берем в наш соус, добавляем последний ингредиент, это пармиджано. Вводим его, так сказать, в нашу консистенцию. Ой, я уже просто вот в предвкушении этого вкуса, ребят, настолько, что вот все, вот так вот достаточно, на глазочек вот так вот распределим его. И теперь нам осталось только слить наши макарошки. Пока будем сливать наши макарошки, наш сырок полностью разойдется в нашем соусе. Мы сейчас проверим. Видите, какие у нас красивые макарошки? А? Гориссимо! Ребята, это просто феноменально. Берем наш кишлачок и скидываем наши макарошки через дуршлачок. Промывать я не буду. Вот лепотенюшка, а? Теперь мы освободим весь наш стол, кроме терки, конечно же, кроме терки и пармезана. Берем все лишнее, соус можно выключить, все. Мы возьмем тарелочку, знаете, как говорят итальянцы, мы возьмем блестящее вкусное оливковое масло. Теперь мы возьмем спагетти. Такие вот, видите, у нас какие шикарные макарелки, а, ребята? Так вот. Лепотенюшка! Теперь мы возьмем половничек и вот эту нашу вот болоньезе густую. Ну, прям вот так вот. А. Ребята, а? Теперь осталось только украсить все это еще пармезаном. Вот так. Так вот. Не жалейте пармезан, все-таки это итальянское блюдо. И прям взять немножко оливкового масла и вот так вот сделать. Чуть-чуть. Ребята, не получилось. Лайфхак. Оп. Вот.
Посмотрите, что у нас получилось. Это 5 баллов. Бесподобно. Давайте же попробуем. Что мы тут с вами наварганили? Так вот, я сейчас возьму, закручу. А баланеза-то не идет. Не хочет. Макароны сначала ешь. Это великолепно. Ребята, это действительно очень вкусно. Не надо ничего менять в этом рецепте. Конечно, можете добавить, попробовать, может быть, немножко баклажанчика, либо там цукини. Я думаю, это лишний какой-то такой овощ, он, не, может быть, не помешает. Напишите в комментариях, если вы попробуете отважиться добавить баклажан там или цукини к этим ингредиентам. Но я вам могу сказать, что однозначно, вот я использовал апельсин вместо вина, это белиссимо просто. Я рекомендую вам его повторить в точности от и до. Ну а с вами был я, шеф домашней кухни Михаил. Удивляйте себя и своих близких. Не забудьте подписываться, ставить лайки. Все, чао!